включала камеру. Так, у нас вот тут проблема такая. Мы едем. Держу телефон с навигатором на коленях. Надо вот сюда вот на какую-то нам... Круговое движение. Второй съезд. Держак на... Дашь, как сказать, на борт. Даже. В общем, когда на стекле вот там висит у нас он, телефон, он очень нагревается. Жарко сейчас. На солнце нагревается, и нам надо держак вот сюда. Если кто знает, подскажите. Удобное что-то. Телефон нагрелся, горячущий. Я вот камеру пока доставала, хотела поснимать. И уже не успела. Вот, едем смотреть кантрисайд, сельскую местность. Там такие деревушки стояли по дороге, заборы какие. Вот дорога в кантрисайд. Сельская, то бишь сельская местность. Сельская местность. Здесь частное владение, слева и справа фермы. Улочки такие, вот дома прям стоят вот с краю дороги. Док-ин. Гостиница для собак. Для собак или собачьи? Собачьи. Или с собаками? Собачьи. Ну, вот и пойми. Отель. А вот этот Свен Хотел, лебедей отель. Лебедей. Напротив прям. Вот типичные такие вот английские городки, маленькие. Через 200 метров круговое движение. Первый съезд. Народ в пабах с утра. Тепло, все высыпали наружу. Едут куда-то. Да, сегодня Истер, Пасха английская. Тоже семейный такой праздник. Круговое движение. Первый съезд. Едем дальше. Так, подъехали к какому-то отелю. Очень старый, видимо. Красивый.
Или отель, или что? Холл какой-то, а может не отель. Какая скамейка. Красивая. Все чистенько. Классно. Милтон Холл. Так, что тут у нас? Бар, бедрум. А, ну отель. Машин много. Мы с дороги увидели, что здесь летал в небе. Как он называется? Такой. Сейчас забыла как. Ну, не дельтаплан, а что-то такое подобное. И смотрим, машины стоят. Думали, что здесь, ну, поле, и они там упражняются, дельтаплан. Но здесь, похоже, прохода нет. А нет, вот здесь какой-то проход. Смотрим сейчас. Но нет, здесь не проход, здесь огорожено все. В общем, не туда, не там летают. Ну ладно, просто посмотрели. Красиво. Очень красиво. Тюльпаны белые. Обожаю. Люблю тюльпаны. Кусты подстриженные. Да любую растительность можно шариком подстричь. Сразу вид другой. Все. Как хорошо, когда тепло. Когда весна. Когда лето. Лепота. Не хочется работать, а хочется гулять. Гуляем. Мужу сказала, хватит работать. А дай погулять. Еле вытащил. Ну, увлекся, смотрю. Гуляет там. Где-то. Ирина, блогер, делает селфи. Вот, типа деревня. В деревнях часто бывают всякие мероприятия. Вот здесь какое-то. А, это паб здесь. Ну да. И парковаться негде, все узко. Машины еле притуляются. Вот река здесь. Речка. Речка, да. Вон какой-то замок наверху. Английский, чисто с английским флагом. Тут есть британский флаг, а есть вот такой белый с красным крестом английский. И вот чисто англичане, они вот такие флаги на дома вешают, которые не британцы, а англичане. И тут прям по дороге. И здесь паб. Паб уже народу везде полно. А мы едем дальше. Вот это вот сельская местность такая. Она, кстати, очень дорогая. А не то, что вот как в деревне, может быть, в России дороже. Ой, дешевле дома. А здесь они, наоборот, дороже будут. Так, куда мы тут? Поля, леса. И вот домики. Вы где? Вот такие вот вилочи называются, деревни. Это ферма.
бывают, конечно, разные. Вот здесь вот чисто, красиво все. А у нас там вот в Манчестере я видела все так, как в русской деревне. Все такое брошенное, все загаженное. Не загаженное, не ухоженное. Вот. А здесь очень красиво в кантрисайд обычно. Настоящее хозяйство. Отдельно стоящий дом. И вот там ферма, тоже ферма. Там дом, а там ферма. Разные вещи. Сережа, мы куда едем? Понятно. Прямо едем. Ты же навигатор поставил. Я мы поставил, хотели в ту деревню. Мы проехали. Свернулись дороги. И такой заезд был написано. Фермерский ресторан. Ну, ферма и ресторан. И мы заезжаем, и такая дорожка узенькая. Назад поедем, сниму. И я не вытащила камеру. Говорю, наверное, это старая вывеска, наверное, тут нет ничего. И заезжаем, а тут такое, столько машин. Вон всякие мотоциклы здесь. И, в общем, там внутри ресторан. Ферма такая неказистая, и ресторан сделали. И они этим деньги зарабатывают. И люди везде вот. Его с дороги вообще не видно, да? Этот ресторан. А народу смотри сколько. Да, да. И машины такие, что. Ну вот кантрисайд. Сельская местность такая вот здесь. В Англии. Она дорогая. Хотя, кто бы мог подумать. Сейчас посмотрим, что за ресторан. Народ на улице сидит. Везде едят, пьют. Особенно в хорошую погоду. Все тут в ауте. В аут ходят, ездят. Аутсайд, да. Объясню. А вот это значит, говорит, в смысле, идут в аутсайд. Аутсайд. Совершенно по-русски, знаешь. Гуляют. А запах, блин, пипец. Ну точно, как на этой, на ферме. Они еще на улице сидят и едят что-то там. Да. Офигеть. Фу, пипец. Да сильный какой, запах навозный. И, пожалуйста, ресторан. Так, вот что у нас тут. Вешел бар. Food Visitor Center. Это Wedding Guest This Way, Please. В общем, вот в этих местах проводят свадьбы. Туда в отель, что мы подъезжали, там была свадьба внутри. То есть люди откупают такие вот отели, заезжают с гостями, с ночевками и отмечают свадьбы. Здесь так. Это вот деревня, вот, пожалуйста. Кто просил меня поснимать деревушечку. Фарм. Ферма. На ступеньках написано, что это наверху. Кофешоп, фармшоп, ресторан. Зверюшки. Трактор. Да. Тревор трактор. Вот какие наборчики. Аж слюнки потекли.
Что это? Вкусно отливать. Да, что отливать? Не знаю. Это мыло. Металлическое мыло написано. В общем, это мыло написано. Металлическое. И воду, под воду подставляющее. Оно отмывает все загрязнения очень такие. Ну. Вон дырочка, видишь? Да, да, да. Там не, это не дырочка. Дырочки, это оно вытекает. Оттуда. Это не дырочка. Это лоза? Да. Да. Вообще никаких дырочек нет. Интересно. В общем, отмывает рыбу, там такое загрязнение, которое сильно не отмывается. Какие зонтики, обалдеть. Классно. Зонтик. Вот мыло, да. Ну, это ручная работа. Всего везде полно такого. Такой магазинчик. Смотри, какие зонтики. С курочками, с белочками. Смотри, какой. А, да. Это потолок. Слушай, а что чердака нет? Там не холодно? Так, в туалет сейчас найдете. Как у музея. Прикольно. Хвостом кверху. Вешаем. Ложимся. Не дергай, сброшу. Ну, зонтик. Обалдеть. Как музей. Такой необычный, красивый. Шар. Снежинка какая деревянная. Бутылки он подвинул. Смотри. Ой, как и прохладно тут, когда. А зимой интересно тут. Ну, это пустые бутылки. Они что, продаются? Ух ты. Миссис энд миссис. Мистер энд миссис. Это куда такие буквы? Для свадьбы. Это для свадьбы такие буквы. Ой, какая лавочка красивая. Нам в сад такой надо поставить, Сережа. Угу. И такие свечи повесить, смотри. Угу. И вот такую стойку у нас. Много бутылок разных собирается. Вот уже так вот. Обыкновенные ящики из-под водки, помнишь, в России были? Как их сейчас декорируют везде. Дверь. To your seats. Find the... Найди ключ. Здорово сделано, классно. Там, где ты сидишь. Декорейшн такая. Где ты будешь. Старый-старый дом. Такие балки. Крышу держат. Дубовый, живой. Ой, обалдеть. Трескается. Аж треснутый весь. Видишь? Вот так вот они сохраняют все. Такое все. Вот это мне лесенка нравится. Ну да. А интересно, не точит его там какой-нибудь жук? Ну, они не съедают. Там есть, они убивают это все. Ну да, травлю. Красиво. Да. Лесенка какая, смотри. Прелесть. Для декорации. Декорейшн. Класс. Я понимаю, да.
И написано вот дверь. Что написано? Непонятно. Но здесь понятно для инвалидов. Что написано? Непонятно. Здесь вывеска. Мэн, мужчина налево, а женщина направо. Вот это да. Опс. Туалет. Красивый. Тут можно было уже убрать. Зеркала. Кабиночки. Трактор выезжает. Фермерский вонища. От него, что ли? Фу. Запах просто невероятно сильный. Вот это ферма. И там холл для свадеб. Вот сейчас будем выезжать вот по той дороге. Я сниму. Никогда не догадаешься, что здесь такое место. Для свадеб тем более. Такое место. От 20 до 160 человек у них помещение. Могут. Это мы здесь просто в магазин зашли, а свадебные вот эти церемонии вот здесь вот это. И вот этот трактор. Какашки вывозит навоз. Он корова там. Вот ферма. Пожалуйста, да, коровки стоят. О, и вот такой выезд. Ну, как сюда заехали, я говорю, неужели здесь что-то может быть? Вот говно вот это воняет, вот оно, видишь? Да, да, что белями лежит. Вот въезд. Народ там сидит. Да, и вот эта вот эта дорожка с главной дороги. И мы едем и удивляемся. Я говорю, что это такое здесь вообще? Наверное, здесь ничего нету. Заехали, а там тебе, пожалуйста. И даже свадьбу можно справлять, мечать. Мест здесь много. Вообще очень распространено в кантрисайд делать свадьбы, свадебные церемонии. Так, вот дорога уехонькая. Уезжаем на нее, на асфальтированную. Одуванчиков в этом году по обочинам, как однажды было ромашек. Просто год ромашек был. Все вот так вот по обочинам, как сейчас одуванчики. Все было в ромашках. В этом году год одуванчика у нас оказывается. Ой, как узко. Еще и две полосы. На этом весь народ в ауте сегодня. Праздником прям повезло. 4 дня выходных на Пасху. Такая погода. Обалденная. Так, вот это в центр мы приехали. Навоз на дороге. Лошадка проехала. Тут таун, наверное, ну, город, да, этот, да, который мы проезжали. Деревня. Ой, церковь здесь. Остановиться? Не, нет, не надо. Какой магазин? Магазин. Чёрч. Да, местный. Маленький. Просто внутри. Вот такой вид недвижимости. Это... Через 800 метров поверните направо. Там, как они называются, господи.
парковки нет на улице, на узенькой паркинге. И ничего, народ живет. Нам вот неудобно было, а англичанам нет, нормально. Их это абсолютно не напрягает. Вот машины стоят прямо на дороге. И ничего. Даже зеркала не все сворачивают, редко кто прикладывает их. Не знаю, что-то молчит.